Всем привет, друзья, с вами Саверт, и сегодня, да, мы будем, собственно, играть в Bed Wars, да? Как я и говорил, я выздоровел, и вот новая серия по Bed Wars, обещанная мною. Да-да, именно эта серия. Я сменил скин, но не будем обо мне. Сегодня мы будем играть не в обычный Bed Wars, а в OG или OG Bed Wars, вот он. Что в нем отличается от обычного, вы, наверное, думали, что я скажу, что не знаю. Нет, я все прекрасно знаю. Поэтому, конечно же, я буду показывать, по крайней мере, вам, как, в общем, что в этом Bed Wars не так. На самом деле, я вам сделаю спойлер, это как обычный Bed Wars, только OG. Я не помню, как оно точно переводится, это слово OG, но, короче, это Bed Wars легендарный, то есть, который без вот этих вот, без вот этих вот штук особенных каких-то, это просто вот обычный классический Bed Wars, но только с урезанными функциями. И это круто, потому что все примерно будут сражаться наравне. И тут, именно в этом Bed Wars, решает реально скилл, а не оружие или броня, как вот в обычном. Вот реально, ок, Bed Wars, поэтому мне больше всего и нравится. Вот. Значит, нас тэпнули. Гейм. Тут, в принципе, Зазухед. О, Зазухед! Зазухед, я тебя знаю. Зазу. Ладно. Вот так вот. Что тут люди пишут? Омага, The OG Maps. Да, это легендарный Bed Wars. Вы собрали, простите. В общем, на прошлом видео по Bed Wars вот столько лайков, сколько вас, я просил. Поэтому... Да. Поэтому, да, мы будем, собственно, играть. Что значит Эмма? Это мне он говорит? За скин? О, май гад, спасибо! Не знаю, что меня... Вот в чем прикол? Если у меня скин вот в таком стиле, то значит я Эмма, там, РКП. Ну, расскажите, ребят, которые шарят за это. Я, по крайней мере... Не знаю. И, кстати, в этом Bed Wars не все, конечно, но многие играют по тактике бибизянка. Сейчас расскажу, что это. Это тактика, в которой, собственно, у нас... у нас просто люди вот в самом начале игры тупо строятся на других, и все, и ломают кровать. Поэтому надо же... сразу защищать кровать, вот, хотя бы так, да. А вообще, зря я, наверное, так много блоков купил. Да, на всякий случай скидываю сюда. Да. Потому что, если бы я не покупал столько блоков, я бы, наверное, уже в кожаной броне был. Ладно, я уже купил, все равно. В принципе. Так, окей, два только... Серьезно, только два? Я думаю, побольше. Видите, вот именно в этом Bed Wars реально люди, общаются, с другими. Интересно, с моего сундука никто не спер? Офигеть! Так, я думаю, тут чел сюда что-то положит, но нет. Значит, смотрите. Тут, чтобы получить вот алмазную... Ну, и другие штуки за изумруды. Нужно 4 алмаза. Оружейная команда. Да, вот так вот. А вы как думали? Это не обычный Bed Wars, это OG Bed Wars. Да, надеюсь, кстати, микрофон все работает. Ну, микрофон я проверил перед снятием. Видео я проверил, все работает. Надеюсь, вам будет кайфово смотреть этот видосик. Да. Я и должен был говорить в начале. Ну, ничего, ребята. Повторяю еще раз.
Если вы любите, ну, если вам понравится видео, ставьте лайки. Если наберется 5 лайков, тогда будет следующее видео по Бэдварсу. Может быть, даже какой-то другой режим. Да, узнаете. Так, я прокачал нам вот это. Наш пошел туда, окей. Я знаете, что сейчас делаю? Вы думали, я куплю себе какой-нибудь нормальный меч? Нет. Я куплю себе блоки. В шоке, да? Я построю нам какой-то мини-форт. Ну да, просто какие-нибудь стенки. В принципе, нашей команде, я думаю, этого будет хватать. Плюс тут еще вот такая вот штука. Вообще, мне нравятся вот эти олдовые карты вообще. Да. Так, как тут можно это сделать? Я вот думаю... Вот сделать то ли что-то, крышу, что ли. Ну, не знаю, потом посмотрим. Я так и назову видео. Бэдварс, но тебя обзывают Эмма. Да, ну, вот же Бэдварс плюс жесткий форт. О, у меня теперь дофига блоков, я могу купить. Каких блоков, ё-мо. Я могу... Сой. Тим-генератор тир нам прокачали же, да? Хорош! Ну, блин, лучше по алмазам прокачал, конечно. Но... То тоже хорошо. Ё-моё. Почему? Вот почему ножницы надо покупать. Ну, я этого не сделал, в принципе, ладно. Я сейчас себе даже железку смогу закупить. Тут нет руды, тут нет других вещей, которые на EasyGG в Роблоксе. Да, есть. А тут их нет. А все. Потому что это OG Бэдварс. Этим мне он и нравится. На всякий случай делаем вообще жесткую оборону. Чтобы если что, вот, было нам хорошо. Все, вот так вот. Наши еще вот тут что-то. Они. Им стало понятно, что делать. Хорошая команда, однако. Закупим себе хотя бы такие вещи. Нам этого хватит, в принципе. Наши тоже переодеваются уже в железку, это отлично. Стой, а почему? Так, это надо убрать. Я не понял, когда к нам успели построиться красные? Интересно, конечно. Ну ничего, сейчас мы уберем. Все отлично. Так, окей. Что мы можем... Твою мать! А, они вообще без брони? Ты серьезно, что ли? Твою мать... Ну ладно, я его тоже выкину, в принципе. Да. Конечно, зря я расслабился. Надо было не расслабляться, конечно. Но, увы. Уже привык, что... Ну, все отлично у нас, поэтому... Да, тем более он без брони был, это мне дало еще более... Да, что мне еще более это дало, блин. Так, закидываем. Не знаю зачем, я просто люблю туда закидывать, чтобы если что, взять. Алмазная броня, а ее можно купить так, без... Офигеть. Ладно, пойду-ка я на алмазы. Да. А тут что-то только на базе сижу, так дела не делаются. Нам тут путь наши расширили. Молодцы, в принципе. В принципе, я сейчас думаю сделать нам тим-апгрейд, потому что... Ну, а что мне еще, в принципе, можно сделать? Вот, алмазы. Теперь у нас алмазы будут спамиться. Там враг. Так, я буду делать крышу. Да. Это... Напоминаю, это форт плюс OG Бэдварс. Да, офигеть, конечно. Это я лутал, я просто, знаешь, так, стою. Так, окей. Сюда нельзя, я забыл. Сюда тоже нельзя, ё-моё. А чё такие ограничения жесткие-то? Окей. Вы издеваетесь, на нас идут? Нет? Чё, просто... У меня все тиммейты мои ушли куда-то. Синих достройнули. Офигеть. Не знаю, это вроде бы для нас хорошие новости, конечно.
Окей, окей. Значит, продолжаем строить форт. Да. В принципе, нам сейчас могу жестко все качать, потому что у нас на базе. Во, наконец-то тиммейт хоть немного заботится о базе и идет на, ну, на базу. Молодец. Здорово, чувак. А, не, он идет, потому что у нас. Ну да. Враги. Сбивай его! Нас не уничтожили, чё, серьезно? Фух, просто пом. И, кстати, сейчас кое-что сделаем. Чтобы, если чё, фаерболами нас было не пробомбить. Да, это вроде бы штука, которая как раз не взрывается. Но, правда, она капец дорогая. Ну, ничего. Сосибака. Окей, погнали. Еще раз прокачиваем нам алмазы на базе. И идем, значит, закупаться опять вот этой штукой. И на нас опять строятся гады. Ага. Тварь! Тварь! Просто мразь! Мразь! Вот я не успел защитить... Тварь, конечно. Ну ладно. И такое бывает у нас. Ну, зато теперь это можно добыть и не париться в жизни вообще. Ну да. О, нас уже, наш уже в алмазке. Это отличные новости. А я пойду на центр, а то я постоянно сижу на базе. Это не есть хорошо. Вот как раз изумрудики мне тут. Как раз троечку, а чё наши вообще не лутаются, что ли? Ну! Чё вам сказать, ребята? Я допустил ошибку. Да, простите за такую серию Бэдварса. Но да, такое бывает, что мы проигрываем. Я тем более очень давно не играл в Бэдварс. Поэтому, ребят, на этом серия... Вы думали, заканчивается? Ага. Хрен вам, а не заканчивается. Конечно же, я сыграю еще одну катку, потому что 12 минут для Бэдварса. Да, это, соответственно, довольно мало. Поэтому, ребята, все же, да, мы будем сейчас продолжать играть. Я надеюсь, что... Вам понравится OG Бэдварс, потому что это один из моих любимых режимов Бэдварса. Поэтому, да, да, так и будем. Нас уже телепортируют. Да, я бы это вырезал, но просто понимаете, в программе, в которой я снимаю видео, нету, да, нету такого... Такой штуки, как поставить запись на паузу. Уж простите. Да, поэтому я не виноват. Все, ко мне без вопросов. Вот так, окей, нас телепортировало, и... Это опять та же карта. Я не знаю, тут одна, что ли, карта, потому что она очень часто попадается. Если одна, то она не очень прикольно. Окей, let's go! Так, надеюсь, в этот раз мы вдвоем с тиммейтом. Знаешь, чувак, я думаю, что нас сразу пойдут рашить. Вот что я думаю. Фух, хотя бы третий человек. Окей. Я уж подумал, что все. Но нет, ну нет, все же. Мы как-нибудь, наверное, выживем. Ну, потому, ну, наших, конечно, сразу пойдут рашить. Почему-то, потому что, видите, нас типа трое всего, меньше, ну, чем других. Поэтому я думал, что наша пошла. Окей. Да блин! Тварь! Такая тварь! Блин, как же меня вот реально бесят эти игроки. Это, если что, я за нее сказал, потому что... Нет, я не залутнул, к сожалению, но... Я попытался, потому что, вот знаете, меня тоже бесят такие игроки, которые просто... Ну... Заходят и начинают тырить у тебя
алмазы чаще всего. Да, потому что, ну, изумруды тоже бывают, конечно. Так, ну ладно, хоть тут подлутал. Кстати, это опасно делать, на самом деле, пути сразу до двух алмазов, генераторов. Потому что на нас могут пойти, и наш делает какую-то супер биг защиту. Непонятно для чего. Ну ладно, прокачаем нам вот это. Отлично. Там желтые, это плохо. Они могут на нас пойти в любой момент. Это, надеюсь, вам понятно, да, ребята? Так. Да, в этом режиме много, кстати, кто в чат пишет. Это прикольно. Так, знаешь, сейчас лучше с базы не уходить. Потому что, знаешь... Ну, вы думали, я реально не буду уходить с базы? Ну, ребят, я не буду больше допускать такие ошибки. Причем фатальные. И причем там ходил враг, у которого уже железный меч. И синих дестройнули, как и в прошлой катке. Надеюсь, мы не будем следующими, тоже как в прошлой катке. Я залутал один изумруд и бегу отсюда, потому что я не хочу проблем других. Все отлично, отлично. В принципе, мы живы, все хорошо. Но, правда, что там желтый не есть хорошо, конечно. Он сам просто свалился. Ой, ё-моё, там на наших идут. Ребят, защищайте. Я куплю лук. Но! Вот так вот. Ага, думали так просто? А нифига, у меня выиграть непросто. Так, там враги. Опа. Попадаем. Ну, пал? Офигеть! Вот это я тащу, конечно. О, май гад. Чё этот чувак пытается делать? Чувак, ты понимаешь, что я тебе сейчас... вот он без брони. Я ему сейчас ношу такой урон просто. Макрос? Офигеть! Ага, он просто... А он ушел! Он просто взял и ушел! Блин, надо было железку закупать. Я, может быть, тогда выиграл. И вообще нужно вот сюда скидывать вещи, на самом деле. Да. Ну, круто, теперь опять бомж. Ну, зато у нас хотя бы кровать есть. На этом надо радоваться, на самом деле. Тот чел, который без брони пошел, он макросником реально был. Походу. Потому что слишком он, мне кажется, быстро атаковал. Я тоже могу быстро атаковать. Так, ну ладно. Кстати, у нас защита очень хреновенькая. То есть можно сверху блок прокопать и все. А такого нам не нужно. Вот как наш тиммейт, ну, рассчитывал, когда делал такую защиту. Непонятно. На всякий случай вот так сделаем. Отлично. Да, в этот раз я не буду делать форт, потому что, ну, нафиг, уже не хочу. Хотя ладно. Потому что все равно, как нашу вынесли вопрос? Ладно. Я буду строить форт, потому что все же в названии написано форт, если я не захочу его поменять. Но, по крайней мере, на тот момент, пока я записываю видео, я хочу, чтобы... Фух. Я хочу, чтобы название было таковым. Вот так вот. Прям железо. Ну, пинг. Пинг очень хороший. В смысле, не цвет, а у меня... Капец, походу, пинг 1000, потому что я не знаю, что у меня так все виснет. А знаешь что, пойду-ка я на алмазу. Чё это я тут как терпила сижу просто? Максимально терпила. Так, фух.
в этот раз блоки не появились, потому что это, фу, капец, это, конечно, страшно было. Я бы, если пошел, меня бы, да, жестко нагнуло. Так, ага, ну и конечно, я думаю, блин, хотя ладно, все равно. В принципе, мини-форт уже построен, но я хочу полноценный форт сделать, как, ну да. Но в этот раз я сделаю себе вот такую штуку, знаете почему? А потому что почему-то все люди оттуда просто идут. Окей. Ну они хотя бы это вместе свалились. На том спасибо. Хорошо, конечно, сейчас было. Офиге. Хотел на центр пойти, кстати, поэтому сейчас этим и буду заниматься. Надеюсь, у них лучников нет. Если будут лучники сейчас, то мне конец видно. Откуда у меня урон? Да, и сейчас меня опять назад тэпнет. Или, допустим, изумруд не появится. Офигеть, угадываю. Я реально угадываю. Угадываю плохое. Ну что, я могу угадать, что мы выиграем. Да. Ну, надеюсь. И почему опять что с пингом просто? Ребят, пинг. Ага, мазник. Нафиг. Ах он, тварь, на самом деле. Но! Я прям сейчас. Ух, прям. Хорошо сейчас было. Лук реально сейчас спас меня. Да, так бы он меня вынес, наверное, и кровать нам. Но нет. У него, кстати, тоже был лук. Но не сегодня, братишка. Да, кстати, главное его тут простроить, потому что если мы сейчас тут не простроим, тогда вот будет плохо. Буду экономить, потому что так надо. Так, давай я сделаю вот такой, именно с этой стороны. Потому что тут у нас кровать, все дела. Так, вот тут вот специально оставлю. Перфекционистам не смотреть данное видео желательно. Окей. Все, в принципе, то, что я убил алмазника, это прекрасно. А там у нас враг. Не, на врагов я не хочу идти. Ага, лучник у нас сраный. Я тоже лучник. Прикинь, бро. Как? Че он сейчас кинул? Или стрела, походу, была. Ну ладно. Они нас подбесить захотели, да? А, это его тиммейт. Ну я понял, в принципе, логику его. Твою мать, нас убьют. Нет! Пинг! Ну, и, конечно, наш свалил на чужую базу. Офигеть просто. Ну, ладно, ребят, вот такая была серия по Бэдварсу. Было целых две катки, но, к сожалению, проигрышных. Все было хорошо, но, в общем, я понял, что в этом Бэдварсе еще также главное, ну, идти на центр, потому что без этого вы видели, что происходит. Вот, напишу кое-что. Ступиц. Я знаю, такого слова вроде нет, но на всякий случай. Ладно, ребят, на этом конец. Да, подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!